Всем привет, меня зовут Макс Риск, играю Ювейп, скоро обновление, даже уже сегодня, 22 декабря, я только что Дискорд открыл, там еще 24 декабря, какое-то новогоднее обновление от Ювейпса. Что новое? Новое событие, звон колокольчиков. Мы подготовили различные занятия на Рождество, присоединяйтесь к веселью. Новый герой Джек Кристофер. Же Кристофер, или ты знаешь Кристофер? Это чей-то нейм. Он же капитан Электро, бесстрашный и легендарный громила. Шот Талер, он уже охотник гнева, талантливый стрелок с собакой роботом. Класс, новый герой добавили. Ищите их в событии Колесо Фортуны. Вот прямо сейчас нужно оптимизация. Скорректированные потери поиска в караванных кланах. В караванах больше не будет тяжелые раневые солдаты. Это медицина, да? Что снижается затраты на лечение. Также скорость скорректированная ряда наград. Окей, это хорошее обновление, кстати. Да, как по мне, хорошее. Новый персонаж. И быстро, так скажем, чтобы набить, там музыку выключу, чтобы набить быстро, зарегенерировать всех. Крутяк. А теперь я захожу в Discord официально. У меня тут была еще одна статейка. Её, наверное, скорее всего, удалили. Или же я перепутаю статейки. В общем-то, это почитаю потом. И это, а вторую я не знаю, где она. Жаль, почему, я не знаю. Где-то потерялась. Еще одна статейка. Но я помню, я видел такую охраненную статейку. Хочу на привычку, как бы. Итак, Рождество праздник. Мега привет, мега обезьяны. Вот, картинка. Ой, что такое? А, это звук другой игры. Так, давай тогда выключаем. Читаем. Вот краткий обзор наших рождественских мероприятий. Готово? Тогда приходите, встречай Рождество вместе с Edge Vapes. Сердечко, Рождество, торговая хижинка Роджером. Хижина. Окей, я понял, где это находится. Магазин тут, да? Что магазинчик какой-то, хижина. Так и правильно. В первой серии событий счастливого Рождества игроки могут получать праздничные предметы. Открываем. Возможно, будет новогодний фон. Или же по-обычному. Рождественство. Игроки могут получать рождественские предметы. Рождественские конфеты и рождественскую чулки. Ну, вроде бы чулки. Конфеты рождественские. Интересно, там что новое. Итак, вижу, что оформление еще не добавили. Окей. Возможно, так и останется. Конфеты. Выполняя различные действия, затем праздничные предметы. Вступить в банду. Чак, вступить, давайте вступим. Частники банды прочитаем, принимаю, размещаться блик бок о бок. Там мы это знаем, поэтому сразу. Телепорт. Для телепортации требуется энергия. Нам прям, знаете, хватает энергии. Окей. И потом изменим фракцию. Про героя как-то. О, да, давай, слушайте, я уже их вижу. Итак, ну что, крутой сенсей есть. И, друзья, новый персонаж под названием Электро Джейк. Джек, офигенно. Электро Джек такой красивый, блин, да? Аж капец, можно себя на превьюшку. О, офигенно. А ну-ка, сейчас я возьму. Можно почитать про него, конечно. О май гад. Прежде чем добыть успеха на арене, и вставая в борту героев, Джек служит в разделении громил. А ну-ка, сейчас это сфоткаю. К
Кристофер, легендарный Рену Джейк, прославился своим бесстрашием. Он, значит, бесстрашный. Окей, воин бесстрашно уже не нужно. Сейчас я скрин сделаю. 5400. Они все легендарны, да? И так же само псом, конечно же. Герцог Шон. Вау. Да, разбочки постарались, слушайте. 5400. 5400, 2100, ага. Ну да, это реально классный персонаж. Так, первое правило охотника — научиться маскироваться. И это навык Шон. Совершенствовал на протяжении многих лет. Да, даже видно уже подряд, видите? Немножко вот такие вот. Раз, два, три. Окей. У этого потомка, вот этого, да? Ага. Раз, два, три, повторяется. Интересно. Шон предпочитает действовать практично и двигаться к цели, следовать интеллект и камуфляж. Давайте в следующий раз почитаем. Также я обещал здесь еще посчитать. Да, у нас типа долги. Окей. Эпические, обычные и эпические. Окей, значит. И сказали про какую-то новую игру. Я тут зашел в бар. Тут не показывается ничего пока что. Кланы, банды, предметы. Так, я могу закрывать. Может быть где-то дром. Кстати, да. Что у вас? Кто там? Ага. Гиганто. Лицо новое. Ну, думаю, такое себе. Потому что уже нельзя железо, вы должны достичь уровня железа. Ладно. Вау, что изменили, друзья, обратно что-то изменяют. Окей. Так, однозначно замочек недостаточно. А тогда я так сделал. Раз. И два. Максимум два раза можно. Окей. Два. Забираем. Ой, лагает. Так, тогда призываем еще раз. Прокачиваем, если можно. Конечно, можно. Нам надо развить город и запустить ракету. Нет времени ждать. Мы должны снаряжаться, если хотим играть эту гонку. Ну да, гонки. Пора использовать наше секретное оружие. Ускорение. Они снижают время ожидания. Тихо. Вот. Давай еще. 3 секунды. Потом перемещаемся, возможно, что-то будет новое. 110. Вот это подарки. Так, вот вроде бы все. Дальше давай здесь 5 минут. Ага, я понял, ускоряем, понял, на себя. Вот, пожалуй, давай бесплатно, давай. Открываем, но бесплатно. 20, о, уже новый, смотрите, он же появляется теперь с новой анимацией. Сэр Пренис, новый персонаж, отлично, да? Но нам, у нас уже вроде был персонаж, да, был. Там дали только коин из этого. Так, окей, все, давайте уже изменяем на более-менее прокачанный аккаунт. 13 уровень прокачан. Можно посмотреть, вдруг тут что-то интересное. А, окей, тогда все. Подтверждаю, мы, конечно, захватили, а возможно, там реально захватили еще нас. Итак, тут кое-что еще есть. Второе. Невостребованные рождественские коробки. Исчезнут пока кончится событие и не будут заменены. Пожалуйста, подайте заявку на как можно скорее. Коробки подавать заявки.
Не ясно, что это было. Вау, я теперь какой-то стал мутагеном. Офигеть, да? А ну-ка, давай тогда он 25-й. Давай. Стало так мультяшно. Раньше было по-другому. Победить сложно. Мервек, так, давай-ка. Даже не знаю, мощь героям. Больше мощь героям. Что же делать тогда первый раз? Сделаем вот такую штучку. Забираем, прокачиваем 8 минут, да, люблю это аккаунт, потому что мы прокачанные. Тем более тут все серо. Это значит, что ты прокачанный персонаж. Круто. Вроде бы тут сказали меньше, как-то не уменьшили. Ну ладно. В принципе. Смотрите, ну, давай тогда прокачаем лабораторию. Это очень важно. Там можно прямо что угодно. Рандом. Помощь, пожертвование, давайте пожертвуем. Ой, железка, нужно тоже жертвовать. Они одними этими еда для обезьян. Стоит отправить. Это, наверное, будет важно. Все, отправили. Исследование, подарки также можно забрать. Отлично, да? Вступайте в клан. Кстати, наш вступайте в клан тоже вот круто. Он я 2900 набрал. Это забрать все себе с подарками. Вроде бы вот, друзья, новогодние подарки. 134 лиза 99 центов. Тут про знаете, что тут есть? Тут есть отличие. Дети отличия в сервере Discord. Там тоже есть такое отличие. Окончание 5 дней. Получите 1200. Ну вот это вот как-то и бонус больше, чем на 7512-21. Тоже круто, кстати. О, леденцы. Вот они про конфетки говорили, да? Окей, что же еще там? Набор. А, наборы. Бесплатный сундучок. А потом еще не донатер. И повесить звезды героя. Тем более это новый персонаж. Или новый герой, вот это мне очень интересно. Ага, ученые. Слушайте, да, реально. Они прям тут украшивают. Прям какой-то сайт, слушайте. Карточки, да-да, помню, я тоже фотку хотел сделать. Диски. Они такие, блин, уже красивые. Офигенно, и тут диски. Слушай, поражение. Вы проиграли? А как так? Окей. Давайте четвертых что ли. Тренироваться будем, конечно. Проще простого. Так, давайте. Да, как-то так он себе проще простого. Кстати, нужно тут платить, да, чтобы хоть на что-то. Делали нам, давайте пасеки прокачаем. Ах, нам не хватит, чтобы прокачаться нужно обезьян убивать. Все, слышу звук победы, отличный звук победы. Про обнову рассказал, все, думаю, нормально. Вот как получить диски, я уже рассказывал пару роликах, но блин, тут новое обновление, тут прям можно поставить новую превьюшку, ну например сейчас скачать вот такой вот, вырезать и поставить на превьюшке. Самое лучшее вроде бы это вот. Да, как-то так вот. О май гад. Дайте мне леденцы. А, купить их можно. Вот они стоят. И перчатки. Ну, от Нового года. Так, торжество. Рождественские желания. Заходи в игру сообщества сложности. Ага. Открыть. Там-там-там-там-там. Что там еще? Купить. Лимит. А, лимит тут есть, я понял. То есть ты мог что хочу выбрать. Тысяча. Лимит тут у нас 999. Что лучше? Я думал, вы знаете, что. Вот. Ну конечно, конечно. Я хочу все персонажи, чем туда-сюда хочу. Это самое лучшее. Нет, тоже. Я по-моему сильнее. Так, так. Может что-то еще бы новое? Поделиться кодом. Кстати, да.
Можете вписывать, я вроде вписал код. Идет 7 дней. Задачи. Сходи в игру, чтобы получить сложность. А почему никто не вступил? Я что написал? Сообщество. Неужели нас слишком мало людей, кто нас смотрит? И поэтому как-то так вот. О май гад. Прям вырезанный. Тоже хотел вырезать, кстати. Ладно, куплю кое-что. Вот. И сегодня мы будем открывать. Так, может быть, там что-то. Ой, я про улучшение. Поэтому, друзья, мы пойдем с вами еще на приматов. Призовем их, конечно. Восьмой, давайте. О, тут прям солдаты. И третье еще будем рубать. Проще простого, конечно. И тут давайте. Куда еще? А тут сбор. Можно некоторых отправить? Или будем совместку делать? Да, лучше совместку, кстати, делать. Но чем мы чаще мы побеждаем, тем у нас открывается вот что. Ага. Так что лучше сразу где-то находить этих войскам. А ну-ка, бручок простого. Хани, значит, ходит. Может быть, отправить нужно, чтобы сэкономить там время. По тактике. Ну, в принципе, можно. Сейчас мы тут все соберем. Теперь гайды пошли, да? Геймплей гайды. Гайд. Так, давайте. Бесплатно. Также у нас еще есть кое-что интересное. Можно, в принципе, еще раз. А, блин, не повезло. Не повезло. Дайте лего. Давайте еще один раз. 5 штук. Билеты 5x. А давайте на 5 сразу. Раз, два, три, четыре, пять. Давай, лего, лего, новый персонаж. Друзья, и у нас, о, блин, а что ж такое? Я не могу, да, быть нового персонажа. Это тяжело. Это прямо открытие сундучков. Тоже очень классно. Открытие сундучков. Вот прям некий народ. Вот сюда вот, с машинками. Нам нужна еще еда. Так, сейчас найду. Есть, поесть чем там. Вот, нашел, отлично. Отправляем максимум, ну как там, ну до максимума. Некоторые хай остановятся, и мы будем вместе с ними что-то мутить. Ну, например, вау, тут что-то новое построили. А, штаб. Штаб построили. Так, ну что тут качаться, да? 7 минут. А, уже качается. Можно тут сразу ускорить. Это что у нас такое? Ящики пожертвования на экспедицию. Экспедицию. Это мне столько ящиков? Друзья, пиши комментарии. Это что значит? Это мне, я не пробовал. Но один думал, что попробовать. А ну-ка применить. К чему это все? Подтвердить награда. Это мне? Спасибо. Мне дали награду. 600 тысяч ящиков. Это больше, чем в Brawl Stars. Да, мне тоже есть идти канал по Brawl. Распишем Макс Риск Brawl Stars. Награду тоже получаем. Кстати, такое себе получаем. Я понял, нам давали. Ладно. Вот где дают, кстати, кристаллы. А я еще модератор. Ну там, конечно, можно что поделать, но нужно уже уходить с модераторов. Или там уже как-то не классно. Раньше было классно, не знал. Нравилось. А теперь не а. Ой, 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 ладно, нормально, я перевёзку. Перевёзка, это 4. А, так это выбор? Я так думаю, что это такое. Марш, вперед, чтобы все победили, давайте. Заберем. Это просто баг, и разработчики починят. Ну реально, кто тут спит, то не то. А, он здесь. Вести, да? Чтобы быстро построиться. Ну, это в том случае, если вот это вот сейчас. Ну да, это нужно. Вот, блин, да, лучше рискни. Даже если проиграем. Окей. В принципе, я куплю, давайте. Да, потратить, теперь построим. А что написано, кстати? Какое-то время? Один день. Ай-яй-яй, на один день у нас тут пишется.
Окей, так, качаемся. Я буду настроить тебя два помощника. Окей. Тогда я не знаю, что тебе качать здесь. Может быть, ты качаешь тут башню. О, 2 часа, спасибо. Так, а то лучше ускорить. Ну все, теперь, друзья, мы будем с вами ускоряться. Уже первая роза пошла. Жена. Просить помощи. Если я сейчас справлю. Блин, у нас только один здесь. Кто копает? А ну-ка, возвращайтесь на базу. На базу. Тут битва. Йоу, будьте на чеку. Уже сражается. Так, отлично. Выносливости. Ласки. Ага. Сопровождение. Сопроводим. И еще раз сопроводим, что прям дамагом вообще ноль было у нас. Ой. Сопроводите, пожалуйста. Вот, спасите. Все, не буду трогать вас, спасибо. Все, тут у нас, значит, 3 орды. Сохраняем баланс. Все, давайте. Будет интересно, как они будут отбиваться. Вот самое интересное. Ага. Уже первые идут. Ой, какие быстрые. Да. Война. Прямо укрепление совместное такой. Эй, отказ. Возвращайтесь на базу. Все, спасибо. Сопроводите, пожалуйста. Все, сопровождайте. Думаю, все будет нормально. Мы открываем это все, чтобы прокачивать ранги. Можно на другой сервер зайти, а тут сейчас тут выигрывают противники. Все. Вот так это наш гигант. Противник идет с нами, гигантом. Офигеть. Я не знаю, что противник может гигантом. Прям все окружили, друзья. Что делать? Пиши в комментариях. Нас окружили. Вот там у нас подарки. Заберем. Имеешь. Ага. Купим. Может быть, рукавицы не хватает. Так, бой. Большой чувак, можно задавить нас, убить там? Или нет? Мы его одолели? Вау, а какой так? А какой то так? Это реально мощно. Мы силачи. Так, отправляйтесь на базу. Все там очищайте. Будем тут все прокачивать. Предметы я, знаете, что хочу? Я этого хотел, кстати, ускорить. Применить, ну и применить, чтобы быстро тут собиралось исследование. Давай, и с ним подкрываем сундучки, потому что скоро на этой карте нас захватит, и все то, что мы сделали плохо, поэтому открываем аж 5 штук, друзья. Лайк, подписка, давайте, бам. Раз, два, два, новый герой. Да, что новое дали? Е-бой, это хорошо, мы будем его качать. Давай еще раз. Лайк, подписка, новый персонаж, пожалуйста, новый. Блин, что новый? А, ладно. О, второй, о, третий. Это награды за тройку, а тут десятка, сразу такой бонус. Давай еще раз. Новый персонаж, пожалуйста. Я хочу нового персонажа. Новый. Блин, ну что ж так не везет, слушайте. Ладно, бонус так бонусы. Уран доставлен на CS плюсом. Отлично, командам из нас получается. А давайте еще раз реально уран достать, добыть и доставить. Реально проще. Там, конечно, тяжелее. Пятый уже. А ну-ка перевозкам давай. Перевозите. Так, 6000. А что если так сделаю? О, тут увеличивается сразу. Первый отряд. Ай. Помощь. Второй. Третий. Ну, тяжно. Вот и же прокачка. То, что нужно взять, прокачать. На. Я вот тут тебя видел, кстати. Да, мне он нравится. Скорость. О, что там скорость? У этого героя отлично скорость, и он быстро передвигается по маршу. Отлично. Универсал. Этот герой хорошо
сбалансированная, но ни в чем не выдается, выделяется. Это что, Громила? Этот герой хорошо подходит, чтобы вести бой Громил. Окей. Стрелки. Навыки, таланты. Это все изучать нужно? Так мне нет такого персонажа. Народные средства. Уровень первый. Навык таланта. Обычно атака войска с вероятностью 20% получается 20% к лечению 5 секунд. Нормально, кстати, лечение. Для стрелков. Приготовьтесь. А где он? Окей, я думал, вы там затащите. Я тут буду ускорять там базу, расширять базу, просто уже конец. Данные север уже конец. Захватили враги, оказывается. Даже если экономить достали, создали, это явно поражение будет по-любому. Так, а что ж как-то мне знать, какое место? Рейтинг 2. Ну это хорошо. Изменить. Банды, кстати, офигенные. 106. Общая сила 2 миллиарда. Нас вообще мало. Эх, есть единственный шанс ускорять это все дело. И надеяться, что мы уграем. Вот и все. Там уран достали, если что. Давайте постараемся это сделать. Ускорить тут 7 часов, там нужно 7 часов, по-моему. 7 часов, ох ты, сколько там времени дают. Тут 5 минут, 2-4 даже не даются, говорят, перебор. Вот он даже часы дают. Ха, стабильно как-то 349 тысяч часов, а тут 15 минут на 59. 15 умножить на 59, сколько это будет, пиши в комментариях. 5, значит, на 9. Это у нас 45.5 пишем. 4. 1, 9. Нижание 900. Сомнение. Ну-ка, проверка. Будем прокачивать еще математику у нас. Так, а ну-ка. 15 умножить на 59. Или наоборот, нужно будет так делать, да. А ну-ка. 900, хотел сказать. Оказывается, 885. Переборщил я. Ладно, часики. Класс, а не часики. Вау, ща пойдет, давай до 8. Давай еще один. Ну, минуту прямо сейчас ускорить строительство на 1 час, в смысле? Это уменьшить универсальную скорость, это ускорить, как это? Ладно, сработало. Итак, с S плюсом, да изи. Поэтому нам нужно квест. Ну, возвращается уже толпой. Вау, уже вернулись как-то. Как возвращаетесь? Давайте последний уран доставляем. Ой, пропал урон. Уран пропал, блин. А ну-ка назад. Уже вернулся. Давайте через. Спасибо. Там прям такая задержка. Так, я хочу не тебя, а вот этого. На максимум давайте. А, ладно. Подкрепление. Ай. Сопроводники. Еще один сопроводник. Давай. Чем больше, тем лучше, да? 1000 воинов. У нас уже 353 воинов. Ха-ха-ха. Куда-то, конечно, вообще миллиарды. Ну и ладно. Ура, через 5 секунд. Так, мы пока что откроем бесплатно. Что? Интересно. Поэтому, друзья, можем... Если вы просто играете Age of Waves и хотите победить, то давайте как-то вместе создадим клан, ну, например, группу Discord, и там будем общаться с нашим кланом. Уже 10 часов. Ага. Сомнительно. Раньше было легко, а потом какой, как продолжать. Реально еще тяжелее. Заберу это, получаю еще один сундучок. Вот на этом сундучке, да, нарисована рамка. Где я нашел? Просто. И тут, конечно. Тут показываешь, можешь купить.
Интересно, зачем мне это покупать? Не так ресурсы, в принципе, хватает. Сколько всего героев? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, 18 героев. То есть было раньше 16, 15, 14 героев, когда я вошел в игру. Возможно, даже 13, это был новый. Я его зашел, сразу вижу его. Потом это тоже, скорее всего, новый. Этот вроде бы такой тоже был новый. Сам персонаж в игре. В данном игре, конечно же. Мэрвик. На 100% Мэрвик, потом ты идешь дальше. Или ты. А кто-то из вас явно. Такие попроще делайте. Попроще по мощности. Вроде бы все, доставили урон. Вроде бы нет, там уже битва, видите. Может где-то посмотреть, они там тусуются, даже карту показывается, нужно дойти. Именно к на базу. Смотрите, друзья, мы прокачаны, мы сильно может код напасть, в принципе. У нас 13 ранг. А ну-ка, давайте посмотрим, где и куда я могу напасть. Потом возвращаться на базу и все в этом духе. Или нас просто завалят. Что вам сказать? Или нас просто завалят. Пошли где-то искать здесь. Что это такое, кстати? Интересно. О, подарки, точно. Забираем стрелки. Итак, мы, друзья, собираем. Нужно собирать, потому что они потом еще раз производятся. Поэтому, чем чаще вы играете, тем вы побеждаете. Так, нужно искать врагов, что захватывать. И смотреть, нам хватит ли сил на это. Обезьяны. Раньше был туман, как я помню. Теперь раньше эти вражи брали туман. Блин, где враги? Алло. Я ищу врагов. Это ихняя база здесь. Они, наверное, боятся. Ура, доставили урон. Восьмое, тоже зеленое. Где они, блин? Ой, можно через стенку идти. Где там выход? Я уже не могу. Ого, далеко будет идти так. А, ладно, идем сюда, захватываем. Вон они. Фронт держат. Разведка, статус, владыка, атака, поход. Разведка. Нельзя разведывать или напасть на распредельный этот клан. Тоже это клан, нет штаб и банду. Смысл, так нечестно. Тут дырка, кстати, наверное, было бы. Ладно, как хотите. Мне, наверное, к вам. О, тут вот владыка захватил один. Мы оборону сделаем. Так, вроде бы. Ну блин, ну кто тут? Где враги, а? Я пришел тут сразу воевать пришел. Оказывается, тут все боятся меня. На кого напасть, блин? Давай уже. Или я умру, да? Нет, точнее убьют, у них сильнее армада. Да ладно, у меня 13, нормально, я уже дождался этого. Он, блин, даже не разрешает. Ничего не разрешает, а хоть там что там. Ничего, блин. Что ж тогда делать? А как они эту штуку строят? Что они строят, блин? Потому что они тоже тут строят, кстати, да, но мы меньше строим. А, тут что-то интересно, кстати. Что такое, кстати? Город игроков. А, поезд. База клана. Окей. Столько функций. Да, я даже не пробовал. Так, тут наша вражеская база. Нужно захватить ее. Давайте. О, враг. Тоже 13-й. Убийство. Сила 430. Чувак, не надо такое нам. Они реально сильные, друзья. Они реально сильные. 430. Не думал, что с ним будем сражаться, они реально сильные. Ладно, всем удачи, просмотр, с вами Макс Риск. Поиграю здесь, пособираю и выполнять буду квесты. Всем удачи, квесты именно. Всем удачи и пока.